Идеально. Сначала всем привет, друзья, с вами аниматор и МС аниматор. И Сапоти Дрю и сэндвич. Игра называется... Кстати, друзья, да, в четверг я приеду, ну, утром, вот, я приеду к своему брату-аниматору, да, ну, короче, паханим. И, короче, мы с ним поиграем в VR, запишем ролик, сделаем новую шапку, новую аватарку, запишем еще один ролик. Короче, будет много всего интересного. Поехали играть в сэндвич. Да. Короче, давайте. Пойдем, сэндвич, смотри, оп. Я делаешь знаю, сэндвич. Что это за игра. И давай. Потом видео. А у тебя реклама была, да? Давай, теперь ты. Да. Подряд. Да. Коллект. Значит, звук. Я знаю все. Я сделал сэндвич. Ням-ням-ням. Короче, возможно, сегодня будет вложик, в котором я покажу, типа, свое лицо, но я его заблюрю. И мое тоже. Потому что... Нет, твое не буду. Давай, давай. Ну, слушай, это уже как-то будет перейти за пределы допустимой логики. Почему? Ну, тебя уже видели все, так что блюрить тебя не буду. Тебя. Ну, все заблюрили. Не, не все видели, я не показывала на канале именно. Поэтому давай блюрить. Нет, тогда надо будет показаться. Вот, тебе когда-нибудь надо будет показывать на канале это, так что... Когда-нибудь, да, но не сейчас. Не так? Ты проиграл. А, рыцарь, да, я проиграл. Слушай, а ты обалдел, ты уже 3 уровня подряд пропускаешь. Смотри, вы об этом ничего не слышали. Так, тогда я это пройду, подожди. Ну ладно, тогда я тоже пройду 3 уровня подряд, что? Мы вроде договорились, что по очереди там, не знаю. Давай, давай, просто ты что-то отвлекаешься с этим влогом, что ты. Коллект, ладно. Три уровня подряд. Мы договорились. Не, три уровня подряд, что? Гимн Хедер готовит. Хотя он в реальной жизни испек пироги, имбирное печенье сегодня меня угостил, вообще было круто, реально. Сделал, как это, сосиски в тесте, да? Да. И такие вот корицы, булочки с корицей. Вообще, блин, прикольно было. Поэтому, если хотите, то заказывайте на дому. Да, заказывайте личный повар-аниматор. Номер в описании. Вот это сайт такой создать, прикинь. А, повар-аниматор, да. Еда, еда. Еда аниматора. Кто же хочет ролик по VR? А там по VR можно засесть этот ролик на ролик? В принципе, наверное, возможно. Вот если получится, а то... А ты можешь, да. Вот я буду, например. Там можно картинку перевести, типа, на компе будет видео. Ну, ты понимаешь, что это комп не мой, и на нем нету программы для снятия видео с экрана. Так можешь телефон с моего. Качество будет не самым лучшим, так что ну не ладно, надо. Ладно, мы можем монтажи... Посмотрим, короче. На монтаже качество видео не улучшается. На монтаже... Просто все, найс, все. Ты больше прошел, ты 5 уровней прошел. О, пацаны, открываем сундук. Средний. Сундук и... О, выиграли бревно. Поздравляю. No thanks, выиграл бревно с ремонтами. Так, что это такое? Да ты... А можно тут без Wi-Fi, окей, все. Просто поехали дальше. Слушай, у тебя 4G, тогда уж ты... Окей, я 5 уровней подряд прохожу, погодь, давай. Ты должен сейчас, знаешь, что сделать? Включить режим в самолете. Да не, нормально. Режим в самолете. А тут можно без интернета. Включи режим в самолете. Ой, не так сделал. Зачем? Да чтобы не было интернета вообще, чтобы у тебя ни вот 3G, ни 4G, и не просто Wi-Fi. Да ладно, не, мне лень. Потом надо будет включать опять. Я тебе просто даже не... Ладно. Так, да, блин, пацаны, заново что-то. Сегодня будет вложик. Шокант. О, нет, а что нельзя заново? Да. Не только свое тело, но еще и комнату Сапоти Дрю. Или нет? Нет, а комнату в любом случае надо показать. О, нет, неправильно. А что это? А что это? А зачем это бревно нужно? Если мамы дома нет, очень-очень грустно, если долго нет, то берегите маму. Короче, стих называется «Берегите маму». Если мамы долго нет, очень-очень грустно. Если мамы долго нет, то обед невкусный. Если мамы рядом нет, холодно в квартире.
Если мамы близко нет, плохо в целом мире. Если мама далеко, очень будет грустно. Я скажу вам прямо, берегите маму. Этот стих написал не я. И он написал моей маме. Специально, знаете? Знаете, типа этот? Знаете, типа этот? Нет, мы сейчас про сэндвич играем, и там, типа, обед вкуснее. Сейчас тут, типа, относится к себе. О, что-то мы даже можем открыть. Здание поставить какое-то собственное. О, дом получили. Гейминг аниматор зашел ненадолго. Ох ты, как тут. Ага, ага. Не так? Не, не так. А, не, наоборот. Гель для отравления. Чё? Гель для отравления. А знаешь такое, да, рекламу? Да иди, а чё, нельзя что ли заново? Да. Окей, ещё раз. А, значит так. Значит так. Слушай. Значит так. Значит. Слушай. Так. Давай быстрее стрим делать. Да, вот так вот. Какой стрим? Не стрим, а влог, потому что за мной. Да я влог не буду. За мной уже едут. А ролик этот? Ну, влог, да. А я влог не буду. Да нет, влог тут плохое качество будет на телефоне. Нормальное качество. Да не, я не хочу. Так, гель для отравления. Ладно, тогда вы влог придумаете. Что без меня-то? Ой, без тебя. Не-не-не, вдвоём будем. Нет. Да, мы, у нас ролик идет. Нет, у нас ролик. Я один, у нас ролик идет. Майнкрафт вообще-то не работает. Ну тогда я не буду играть в игру, потому что мне нечего играть. Фух, мы сделали бутербродик. Давай, отгадай. Ты уже прошел 5 уровней? Да, 5 уровней, да. Наконец-то. По кличе пахнет. Как какие-то. Не знаю. Личи, да. Личи она такая. Вишневая штука. Советую дать мне заодно, знаете что? А? Смотри, этот глинтвейн дайте мне. Смотри, сколько здесь целых арбузов, посчитай. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Целых. Целых нет, у меня дома. Не, ну а если соединить, сколько получится? Четыре. Нет, дайте я посчитаю. Угу. Потому что, смотри, а четверть, четверть, да? Четверть, четверть, потом половинка, четверть. Поехали, друзья, поехали, друзья, поехали. Ёлки, ну что ж, теперь я шесть уровней целых буду проходить. Нет, просто ты отвлекаешься. Невкусно? Да, личи такое. Личи, это фрукт вообще-то такой. Ну просто кисловатый. Это вообще-то, да. Это фрукт такой. Личи. Личи, да, он так называется. Я это знаю. Ха! Да, угарно. Ну ладно, все, это последний уровень. Сейчас попьем мы глинтвейнчику. Вы не подумайте. Да-да-да, вы ничего не подумайте, только, пацаны. Это просто сок, он так называется. Найс, бутерброд. Короче, все, спасибо всем. Удачи. С вами был... Шапати Дрю без аниматора. Потому что он вообще не играл. Потому что аниматор постоянно куда-то убегал. Не, хотя нет, в туалет ходил. Да не, как-то. Все, пока всем. И в этом ролике мы с аниматором делали свой собственный сэндвич. Пока.